У меня сегодня опять семейный контент. Я не знаю, парни, такой сезон. В общем, сегодня я на острове с семьей. Приехали вчера вечером, пока разложились туда-сюда, две ходки сделал. Все привезли. Остров у нас просто великолепный. Давайте я вам все покажу. Здесь мы расположили нашу палаточку. Сразу выходим, попадаем на кухню. Что у нас тут готовится сейчас? Ага, греча. Кухню накрыли тентом. Причал. Кострище. Здесь у нас пляж. Здесь купаемся. Посмотри, как надо. А я не планировала плыть. У нас огромный камень. Здесь супруга загорает, принимает солнечные ванны. Тут вечером, ну, Аня уже уложила Рому. Я вечерком посидел на вечерочке, покидал здесь. Сразу, он даже не успевает падать, сразу поклевка. Вчера поймал, наверное, штук 12 плотвиц. Вот каждое опускание, все, сразу рыба. Шикарно был клев. Я надеюсь, что сегодня по вечерочке будет опять так же. И Рома сможет половить плотвицу. Прямо у пляжа висит гамак. Давай, 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 залезай, борись, борись. Вот, парни, на гамачке качаешься, и открывается озеро все. Карельский мох белый, мягкий, как матрас. Но самое главное, парни, что мы единственные на этом озере, больше никого нету. Все, никто нам не мешает, никто не шумит, идеально. Пока готовится обед, подвяжусь на ультралайт, на окушка. С той стороны сейчас покидаю. Приехали на самом деле... с ночевкой и денек провести. Вечером планировали уезжать. Но Рома требует еще остаться на ночь. Да, Рома, остаемся? Ага. Вот, вечером у нас рыбалка. У меня новый спиннинг. Ну-ка, Ром, давай, скажи, нравится красивый спиннинг? Посмотри. Хороший. Держать одно удовольствие. Маленький еще такой, легонький. Ну-ка, давай быстренько обзорчик, Ром, заваргань. Ну-ка, ну-ка, что ты скажешь про этот спиннинг? На потрях как он работает? Только не над костром, Ром, ты чего? Хорошо. Какие, вот какие впечатления? Хорошо. Легкий? Очень. Как, какой строй у него? Ну-ка, нормальный. Нормальный строй, да? Угу. Все, выкупаться? Да. Ну, уже купаться. На, ты вот с этой камеры можешь прям нырять, она водонепроницаемая. Будешь? Видео, да? Да. Да, Ром, обязательно сними, где там лещ проходит. Хорошо? Справишься? Ну, наверное. Иди, это снять, где лещ проходит. Ага. Лапки можно взять. Я снял все. Угу. Ну что, были рыбы, не знаешь? Не знаю. Он бьет, нифига, вылетает прямо вот отсюда. Вот он у берега стоит. Мелкий. Отвалился. Пойдем вон там покидаем. Ну-ка дай папе руку. Давай, тяни, тяни, тяни меня. О! Молодец. Есть, он бьет, бьет. Вот смотри. Рома. Опа, опа. Хорошенький.
Хороший. Мой друг. Как назовешь? Первейка. Первейка? Так, сюда, сюда, сюда. Держи. Пойдемте другого ловить. Папа, он тоже у меня будет. Он тоже в мое ведро пойдет. И все. Вот и здесь. Папа там любимый. Поедим? Может быть, на лодке поплаваем? Всякие места посмотрим, там скалы есть какие-то, полазаем, посмотрим, короче, поизучаем, потому что по рыбалке сейчас глухо, сейчас даже вот плотва не берет. Посмотри, Вань, иди сюда. Куда будешь сейчас плавать? Давайте. Там такая заводь, вот здесь бы покидать или нет? Ну как так? Мы же договорились. Вот здесь щучье место, да. Ну что, ты на вечерочку со мной не поедешь, Рома, да? Куда? На рыбалку. Сюда? Я тебе поехал. Спиннинг кидать. Пап? Папой, ага. А что, я один не могу на остров? Конечно. Мы с тобой, да. Ну, мы останемся тогда на вечерочку ловить плотву, да, Ром, на поплавок? А вот сейчас надо было взять. Чего мы не взяли-то? Вот да, сейчас бы... Просто бы я вот это бы обкидал бы, вот тут бы я уже двух... Двух щук бы здесь снял бы, здоровых. На одну на семерку, другую на восьмерку, да, Ром? Да, ну, заехали, ну, как папа обычно делает. О, Рома, я вижу камень. Да, я тоже вижу. Ну и что, какая тебе мысль в голову приходит? За батик. Нет, давай тебя папа научит. Ром, учись пока, папа. Тебя всему может научить в этой жизни. Ну, молодец, Рома. Гамак сразу убаюкивает. Минута и все, если ребенок спит. В общем, гамак вещь, парни. А я и так не спал. А, ты не спал, да? Когда мы поймаем? Давай, ловись, Ром. Ну, давай. Давай, я тебе уже удочку собрал. Не, стоял хорошо, Ром. Да я оператор.
Идешь насаживать опарыш, Ром? Я не хочу, я боюсь. Можешь ты насадить? Боюсь. Да как ты такого держишь-то? А чего не? Боюсь. Да чего, обычная личинка? Нет, убей. Она же не кусается, Ром. Ну и что, мне все одно страшно. Все, она умирает? Нет. А ей больно, когда иголку? Ну, Ром, что значит больно? У нее же не яйцо, нервная система, как у нас. О, клюет, смотри, все, вон, тащи, Ром. Сразу же, видишь, Ром? Может, сейчас поймаем. В смысле, может, сейчас наловим? Сто окуней! Видел, Ром, сразу же утопил поплавочек. А, она утопит, утопит и все, да? О, смотри, клюет, подожди, рано, Ром. Смотри, я все перепутал. Иногда, Ромочка, хорошо как бы переждать. Видишь, что он поплавочек играет? Подожди, чтобы рыбка заглотила. А вообще, мне кажется, интересно было бы здесь на фидер закинуться. Вот тут яма, опять судя по карте, кинуть метров на 50, на 60, все расставится, закормиться и сидеть ждать своего леща. Вот это было бы интересно. Но поскольку как бы я не особо фидерист, ничего этого у меня нету. Будем отбиваться по плавочкам. Мама, она большая. Оп, смотри, клюнула. Подожди, жди. Хорошо так под воду ушел у тебя он. Угу. Ух ты, Рома поймал. Поймал? Красавчик, Рома. Давай, бери скорее. Все, клюет. Жди. Давай. О, сошел. Вон, выш повел под воду. Мам, еще один! Да я говорю, клюет, листай, давайте ловить. Давай здесь свеженького сейчас насажу и стой лови. Анечка, иди тоже лови. Видел, как клюет, Рома, да? Да. Вот, ты уже у меня опытный, Ром, сейчас жди. О, смотри, сразу под воду. Давай. Ай-яй-яй, упадет. Пап, давай я его отпущу. Отпускай. Страдает, а как ты понял? Ну, он лежит. На боку, да? Да. Ага. Ай! Подлец какой. Ты опарыша, да, насаживаешь? Да. Тебе не противно его трогать? Первый раз чуть не вырвало сегодня с утра. Да? Угу. Прям рвотный рефлекс был. Живое существо, насаживаешь на иголку. Трогать его вообще мерзительно. Ну, Рома хотел. И мне пришлось. Так, Ань, как ты там все делаешь? Пойду прикормлю рыбу. Куда? Подальше? Да вот прям вот в этом окне хорошо вчера ловил. Где поплавок-то? Давай. Угу. Я там. О! Молодец! Молодец! Оп, смотри, оп, Ром, оп. О, да, ты не перепутаешь. Вес. Угу. Ух ты. Ух ты. Вот давай его надо жарить, доставай. Пулепутички. Очень...
О! О! Крупнячок подошел. Смотри, вот, надо сначала взять чешую. Да. Снять. У плотвы легко снимается чешуя, Ром. Молодец, костёрок уже пошёл. Видишь, Ромочка, с одной спички. Ну это уже костер серьезный, Ром. Да. Сразу палочка по две рыбки, Ром. Вот видите, мы на острове. Надо в нём пашу. Почему? Это днём надо. Смотри, там сейчас хвост горит у тебя, Ром. Ну и что? Надо ее не жарить, а пропекать, Ром. Вот смотри, вот держишь жбачок. Вот, кстати, вот положил. Раз перевернул на спинку. Теперь спинка пускай греется. Потом этот бачок греется. Потом животик. И вот так вот крутишь. Ну сейчас самый клёвый, блин. Вон рыбка плавала, видишь, вон бьется. Сейчас я пойду закину пока пару. Да. Мам, я пока тоже. Мам, ты будешь крутить меня? Я пока тоже закину. Красава. Сразу, Вань. И классно, ветра нет, Вань. Вообще бомба. Нет, это плотва. Спасибо, что клюнула. Ты ж свеженько выдеваешь сразу же, а? Это и клево. Значит, его. Отлично. Видел, собрался куда-то. Что там с опарышем, Ром? Давай посмотрим. Надо менять? Давай. Значит, давай посмотрим. Клювал у тебя? Не, он хорошо ползает. Давай сюда. Давай сюда. Сменим точку. Держи. Давай. Мам, ты... Это просто змей был. Мамочка. Я пойму. Куда? Мама видела, Ром. Подожди, у тебя сейчас... У тебя все запуталось, Ром. Сейчас. Мам, там был змей просто. Я увидел, как он потащил, подсек его, и вон туда в воду. Анечка, иди и кушай плотву. Блин, она остынет, будет уже не так круто, я тебе говорю. Надо прямо с пылу с жару есть. Да, нет, озеро бомба, Ань.
ну, с точки зрения именно отдыха, бомба. Хороший, ответил Александр. Если это так, то почему же я должен бояться хорошего человека? Удивленный его находчивостью, всемогущий царь и властитель спросил, может ли он что-нибудь сделать для Диогена? Конечно, можешь, ответил философ. Подвинься немножко в сторону, ты заслоняешь мне солнце, а я хочу погреться. Восхищаясь независимостью Диогена, царь сказал, если бы я не был Александром, то хотел бы быть Диогеном. Вот так вот, Рома. Круто. Ну, круто. Друзья, всем доброе утро. Я проснулся. Ночью была лютая гроза, страшная, прям громыхала. Хорошо я предварительно все вещи под тент унес ночью. Иначе бы все промокло. У нас план какой? Ребята ловят там на поплавочек. Сейчас завтракаю. Потихоньку будем собираться. Нам уже пора ехать домой. По рыбалке у нас так, поплавочек был. Хотел, конечно, вчера съездить на вечерочку за щукой, но что-то в последний момент решил, что все-таки, наверное, не буду оставлять ребенка с женой одних на острове. Ну, мало ли что. Дождь прошел, когда ливень, то по озеру начинает именно щука биться. В общем, активировалась. Вот сейчас, мне кажется, сегодня интересно было бы поплавать по щуке, как раз после грозы. Ну что, клюет, Ром? Перестала клевать? Ну, нашумели, значит. Меняйте места. Вот сюда кидайте. Сюда кидайте. В разные точки. Сука, мама поймала у нас рыбок. Две. Прибыл. Кое-как выгружаюсь. И за семьей. Ром, ты защищаешь остров? Молодец. Ну, роскошный остров. Роскошный. Вот сколько я был на всяких разных островах, этот, наверное, пожалуй, чуть ли не на первом месте стоит. Именно за счет удобности рельефа. Настолько все круто. И спуск в воду удобный, и камень для загорательный. Там угол для рыбалки, палата, кухня. И виды, виды шикарные. А самое главное, парни, что нету никого. Мы были единственные люди на этом озере за все эти дни. Ром, ты пойдешь-то рыбку-то жарить свою? Че папа-то жарит? Да ты. Ага, хорошо, устроился.